В Абайском районе в этом году полностью решится вопрос обеспечения питьевой водой. Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности аким района Нурлан Тлешев. В ходе встречи он рассказал о социально-экономическом развитии района. Всего в Абайском районе 27 населенных пунктов, из них 26 обеспечены качественной питьевой водой. На сегодняшний день активно ведутся работы по охвату водой микрорайона Кайнарбулак. Так, до конца текущего года в районе полностью решится вопрос обеспечения питьевой водой. Обеспеченность района голубым топливом составляет 77%. Интенсивно ведется работа по газоснабжению 7 населенных пунктов. В жилых массивах Асар-2 Кайнарбулак до конца года будет внедрена централизованная газовая система. Остальные 5 населенных пунктов, переходящие на следующий год. Спикер также остановился на строительстве социальных объектов. В ближайшие 2 года в районе планируется построить 7 школ в рамках национального проекта «Комфортная школа». Также планируется строительство 15 детских и 3 спортивных площадок. Лаура Сарман, Алмаз Данабегулы, новости.